Во дворце спорта юбилейный областного центра прошла презентация молодежной хоккейной команды «Тверичи». Церемонию такого рода решили провести для команды впервые. В итоге получилось довольно яркое и динамичное шоу, на которое смогли прийти все желающие. В их числе была и наша съемочная группа. Строго говоря, презентацию команды «Тверичи» нельзя назвать предсезонной. Чемпионат национальной молодежной хоккейной лиги уже начался, и наши успели провести 4 матча. Тем не менее, представить коллектив официально все-таки решили. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более, что подобная церемония состоялась для тверских болельщиков впервые, и не зря. Наша молодежка серьезно изменилась. Наша команда в этом году, в этом сезоне, самая молодая национальная молодежная хоккейная лига. Средний возраст нашей команды 17,5 лет. Все остальные ребята значительно старше. Для нас это хороший пример того, что ребята могут, во-первых, наигрываться, показать свои лучшие качества. Обновился и тренерский штаб. МХК «Тверичи» теперь возглавляет Максим Евсеев. Он хорошо знаком в столице Верхней Волжи, благодаря своим выступлениям за взрослую команду «ХК Тверь». С 1997 по 2015 годы он провел 694 матча в профессиональном хоккее, набрав 375 очков. Теперь пришло время формировать тренерскую статистику. Мне понравилась одна фраза, которую один тренер сказал. Мы вам не обещаем чемпионство, мы не обещаем вам первое. Мы вам обещаем, что в каждой игре мы будем выходить и биться. Вот эти ребята будут выходить на каждый круг и доказывать. И победа придут. Уже 4 и 5 октября наши болельщики смогут впервые воочию проверить, как тверичи будут биться за победу. Наши принимают «Протон» из Воронежской области. Так что зрителей ждут на трибунах юбилейного. Тем более, что вход в этом сезоне снова будет абсолютно бесплатным.